Друзья, ну вот, что мы еще не смотрели. За двадцатку набор бит вот такой. 72 штуки, типа 130 стоимость. Набор сверл вот такой под шестигранники. Потом за полтинник. Кстати, по-моему, предложение неплохое. 49,95. Набор 20 штук, который стоит 150. Здесь и пилы, и шкурки, и вот этот шпатель. Я не вижу, дисковая есть здесь или нет. Блин, полукруглой дисковой нет, зараза. Но зато таких много, 20 штук тут. И Milwaukee кейс пластиковый. Вот здесь вы можете выбрать за 79 болгарку. Ну, обычные 18-вольтовые, не фуэл. Болгарку, сабельку, фонарь. Или за 99 большую сабельку, циркулярку обычную. Или вот такой фонарь. Фонари, кстати, класс Milwaukee. Вот. Ну и здесь это то, что мы уже видели, набор Milwaukee пилок для сабельки за двадцатку. И из фуила здесь вот это вот охрененный нейлер 18-вольтовый. Вот он. Но он и стоит недешево, то есть он 299. Ну и вот эти акции я вам показывал в предыдущем видео. Вот, ну, короче, вот такая фигня. Друзья, вот здесь еще небольшое продолжение по Milwaukee. Здесь за 18-вольтовый за 149 импакт и ударная дрель, вернее, не ударная, я не знаю, дрель шуруповерт безударная, а ударный импакт. Две батареи по полтора, сумка зарядка, 149, но это Milwaukee. 299, 5 инструментов, то же самое, только еще сабелька и циркулярка, и фонарь. Тоже две батареи, а еще и батарея на 3. А, одна на 3, одна на полтора, сумка зарядка. Это наборы сверл, я такое взял уже. Это тоже наборы сверл. А вот здесь за 99 долларов 12-вольтовый уже дрель и импакт, да? Да. Дрель и импакт. Это просто батареи за 69. Ну, одни батареи стоят только 69, а я взял два. Да. А нет, подожди, здесь что-то... Еще вот эта херня идет. А где это все? Нет, это можно взять или две батареи. А, вот оно, нет, Джей, или вот эту фигню. Вот оно. Вот это все стоит 69. Нет, или это, или то. Это выбираешь. Не прямо и то, ты что? Ну тебе, что хочешь сказать, и вот это, и две батареи дадут за 69. Здесь уже есть две батареи, вот они. Ну, или эту фигню берешь, или ту. Там написано... Ну так здесь одну, а здесь два инструмента. Вот это выгоднее. Ну так это не импакт, это шуруповерт для гипсокартона, по всей видимости. Нет, это какой-то другой. Hex Screwdriver Kit, Hex. Hex это... Ну, да, а, это... слушай, это электроотвертка просто, я понял. Это электроотвертка, это вообще не импакт и не шуруповерт. Скрюдрайвер это электроотвертка. А, ну да, да. Это для электриков типа такое. Вот это классно, если я возьму. Вот это супер. Это мини-уровень, да? Сколько он? Он магниты есть, 4 магнита. Торпеда, так он 30 баксов. Ну, а стоит-то дороже, смотри, сколько стоит. Где? Тут обычно писали цены. А он Milwaukee тоже кепки. А короче, это вот эти темы, друзья. Самое интересное, вот этот набор, я его всегда хотел. В Сиэтле, кстати, нет. Их только завезли и сразу раскупили. Три ящика за 199. Но я вам скажу, как бы это не дешево, но они просто офигенные. Вот смотрите. То есть здесь корзина. Ну понятно, тут куча всяких функций. Вот это все крепление. Вот смотрите, вы открываете. Ну, блин, качество топ. А второй ящик, ну, третий, вернее, с колесами, с ручкой. Ну, сделано все цивильно. То есть качество по... Вот именно ящики тут повыше, чем DeWalt. Все чувствую. Смотрите, какая фигня. Нет, это я говорю про тот набор за 199, я хочу вот тот. А, так его уже с Факси, да? Ну, это типа вот это все за 199. А где крышка от этого? Так это корзина, у нее нет крышки. Потом можно взять вот такой гигантский ящик за 89, он просто гигантский. Туда можно всю хрень положить. У него есть колеса, вон. У него есть ручка.
для контрактора. То есть, видите? И вот набор такой, как у меня, только это уже 2.0, а у меня старая версия. Здесь вот эти штучки чуть изменились, они стали другие на пружинах. Ящики стали более круглыми, вот тут что-то появилось, тоже вот этого не было. Тележка чуть изменилась. Ну, короче, все чуть изменилось, но у меня вот такой набор только старый. Он, по-моему, 130 с чем-то тогда стоил, сейчас он 149 стоит. А оригинальная цена 199, а у Milwaukee оригинальная 280 с чем-то. А Milwaukee стоит 199. Ну, я бы взял Milwaukee, мне очень нравится вот это. Ну, еще подумаю сейчас, пока не знаю, буду брать или не буду. И, по-моему, тут больше... Ну да, остальное мы все, в принципе, видели. Здесь мелочевка всякая. Такого чего-то прям супер-пупер нету. Давай, она отстегивается. А как они отстегиваются? Где-то есть кощек. По-моему, вот эта фигня, Руслан. Вот. Я не вижу. Вот. Вот это. Вот так? Да. И там еще где-то должна быть с другой стороны. Нет. Ну, это точно она. И там такой же замок, нет. Видишь? И куда-то двигать. Нажимаешь и двигаешь куда-то. Давай отстегнем. Как иначе? Да, ее двинуть может быть, правда. Я же говорю, куда-то или вперед, или взад. Ну, я не могу, у меня просто телефон. Нет, ни хера. Вперед может быть. Ну, вот здесь вот такой ящик, вот замок, смотри. Остальное все просто... Ну правильно, ну как ключево. Ну, Руслан, подержи секунду. А я попробую. Давай. А, все, я же говорю, двигать его надо. А, на себя, да? А, оно в эти паза заходит. Все, то есть ты ставишь сюда. Попадаешь, потом двигаешь, и оно само защелкивается. Вот. Я же говорю, его нажимаешь и двигаешь, и там также. На Devolte, конечно, не так удобно. И здесь удобно то, что каждый ящик можно закрыть на замок. То есть, да. Твои инструменты... А это везде можно закрыть. Нет, Devolte такого нет. У Devolte есть это, но здесь колеса побольше, и сами ящики получше. Ну, вот нет, с этими алюминиевыми защитами. А, здесь есть. Но я же тебе говорю, это везде есть. Даже на моем старом Devolte это есть. Подожди, вот. Я видел такие ящики, которых нет. Да я думаю, везде есть. И здесь есть, только они пластиковые. Вот. Там есть. То же те же самые ящики, только они один. А вот есть Milwaukee, вот такой гигантский, но он что-то дорогой, нет акции на него. Видите? Здоровый. Вот сюда, чтобы 229. Уровень влез, то есть все сюда войдет. Да, да, но он и стоит. А ты все что угодно, сверху, так да. Оно же инструменты ж сюда как-то, или батареи крепятся. Не, это для следующего вверх, да. Это понятно, но я говорю, что сюда или инструменты, или батареи прикрепляются в эти же разъемы. А, да? Две функции? Да, а вот. Для этих, для саморезов? Видишь, да? Руслан, это ты крутишь стены, сюда свои или инструменты, или батареи вешаешь, вот в эти вот отверстия, или ящики, ну, короче, это чтобы в гараже себе построить, бил ее систему. Это классная вещь. Построй свою систему. Без скидок, без ничего. Это классная вещь. Ну, правильно, а там, ну, как бы, да, ну, не дешево, но это и качество, это ж ты не дерьмо берешь. Это никогда к нему претензий не будет, к такому ящику, я думаю, купишь на всю жизнь. Ну, вот эти я бы взял, вот этот набор. Я и хотел его, кстати, но нету в Сиэтле, я говорю, их привезли, и вот те наборы сразу раскупили. Просто в первый день раскупили. Да. Остальные я не помню, если честно, не хочу обманывать. Но это тоже набор, что мы видели, вот 99,69, но остальное тут всякая фигня. Вот эти кабеля Хаски для компрессора, ну, Руслан говорит, они плохие. Это обычная автомобильная зарядка, Devolte 30 баксов. Вот этот Bosch за $40 лазерный уровень, я взял такой, вот он у меня в руке. Но я его давно хотел взять, но сейчас он прямо уже максимально нужен, поэтому уже пришло время брать. Ну и плюс все подорожало уже, а он не подорожал. Потом Husky, это накачивать колеса, и это тоже всякая мелочевка, то есть больше ничего в принципе крутого и нет. Вот. И тут перчатки, кстати, перчатки... Предложение вроде нормальное, 3 пары за 15, но дело в том, что нету размеров, только large, они не налазят, нам на extra large надо брать.